Какие требования выдвинул Айварас Абрамавичус для того, чтобы остаться в правительстве? Что он сказал? Ереська в премьеры. Так. Ну, американку, естественно. Американку, которая хранит свои деньги тоже на Западе, ни одной гривны у нее в Украине нет. Второе. Что он сказал? Давайте уберем Шокина. Кто хочет убрать Шокина? Ну, прежде всего, Запад. Он даже за это миллиард долларов пообещал. Тихо, господа, дайте послушать. Даже миллиард долларов пообещал. Просто Айварас Абрамавичус озвучивает сейчас то, что ему говорит Запад. Вы посмотрите, вы говорили о послах сегодня, да, они сразу же все написали. Прежде всего, Пайет, американский посол. Но также не надо забывать, что и сама глава МВФ заступилась за Айвареса, какого-то министра, какой-то Украины, да? Она его лично даже, наверное, знает. То есть это все Украина под внешним управлением находится. Это а разве факт. Нет? Это факт, а это еще большее подтверждение.